Вот посмотрите, что у нас творится. Это горит, горит лес. Дышать невозможно. Ночью было еще хуже. Он никогда у нас не горел, Светогорский лес. Зато было почти спокойно ночью, потому что ничего не видно, все в дыму. Сейчас немного ветер, ветер немного разогнал. Вот так вот. И никто тушить его не будет. Наверное. Лес жалко. Любимое место отдыха всех славянцев, светогорцев, да вообще всей округи. Там монастырь Светогорский. Как люди дышат все. Жесть.